Друзья, меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и ждем сейчас людей. Сейчас я скину свою трансляцию к нам в чат, и я вам расскажу кое-что интересное. Да, вот 4 человека нас смотрят. Сейчас еще подождем людей. Привет всем, кто присоединился. Спасибо за ваши лайки. И поделитесь, пожалуйста, трансляцией, если вам не сложно. Спасибо. Меня зовут Ирина Маркелова-Апова. Проживаю я в Ростовской области и веду бизнес в проекте Холлоу 2013 года. Мой доход на сегодняшний день составляет в месяц от 350 тысяч рублей и выше. Это только в проекте «Всем миром». Не считая еще 2 проектов, которые я веду. И с нашими доходами мы можем себе позволить ежемесячный розыгрыш. Провели мы его 1 раз пока, но это нам понравилось. И понравилось нам участникам команды, которые недавно выиграли небольшие денежные призы и смартфон. Сейчас я переключу экран и покажу вам нашу группу с розыгрышами. Записали мы видео, как мы отправляли смартфон, чтобы все было честно. Вот здесь мы записали видео, как мы пришли на почту, как мы отправили смартфон, как нам выдали чек. Все-все-все вот здесь подробно. Подписали коробочку, упаковали. Вот чеки, которые мы отправили, чтобы люди не говорили: «А, это лохотрон, все вы врете». Вот здесь вот трек отслеживания. Вот, вы можете даже вот этот чек, этот трек вбить и посмотреть, отслеживать посылку, которая ушла из Азова и которая идет вот от Маркелова Бориса, идет она Дорофееву Илье в Италию. Борис Виноградов, нам уже никому незачем доказывать, что это не пирамида, сейчас мы на этом останавливаться не будем. У нас есть несколько вебинаров о том, что мы рассказывали, что проект Холлоу не является финансовой пирамидой, успешно работает с 2011 года, и буквально через месяц и неделя нам будет 6 лет. Проект не принимает на свои счета деньги. Деньги поступают сразу на единые кошельки участников. Дальше. Второе место занял у нас Антон. 1 октября мы проводили розыгрыш. И Антон Анкудимов получил 500 рублей и записал видео. И третье место у нас Татьяна Ворошилова заняла. Она получила 300 рублей и записала все это на видео, как она получила денежный перевод. Так, здесь все есть, вот в этом видео. И вот ее ссылочка, кстати. Дальше. Мы запустили новый розыгрыш с новыми условиями. Сейчас я расскажу, какие условия. На моей стене есть видео, как работает проект Холлоу, и моя реферальная ссылочка. Кто зарегистрируется по этой ссылке, открываем группу розыгрыша призов. И здесь читаем условия. Условия таковы. Главный приз будет смартфон, который мы вчера оплатили. Через неделю мы его заберем, проведем еще одну трансляцию, покажем вам, как он выглядит. Он с 2 камерами сзади и 1 фронтальная камера. И не только будет смартфон, будет еще бонус наставника в виде денежных вознаграждений. Условия розыгрыша таковы. В розыгрыше могут участвовать все участники нашей команды. Здесь у меня прикреплен скриншот моего сертификата. Вот моя команда, вот мое имя. Вот Ирина Агапова. И вот в рамках этого сертификата, кто зарегистрируется по моей ссылке, либо по ссылке Бориса, ссылочку можно взять вот здесь. С правой стороны вот моя ссылка Ира Бизнес, вот ссылка Бориса. Переходите после выбора языка.
Вот она как раз ведет. Выбираете русский язык и нажимаете регистрация. Она ведет как раз под меня. Мы ее не стали ставить сюда вот в пост, потому что, чтобы наши участники не обижались, что люди пойдут под нас. Поэтому мы не стали это делать. Дальше. Условия розыгрыша. В розыгрыше могут участвовать все участники нашей команды в статусе благотворитель, то есть те люди, которые уже оказали финансовую помощь в размере $100 в проекте «Всем миром». Вот здесь мы прикрепили видеопрезентацию, чтобы люди знали, как работает проект и куда распределяются деньги, чтобы меня лишний раз не спрашивали. И уже розыгрыш запущен вчера, у которых с период с 3 октября по 31 октября включительно появится не менее одного партнера, благотворителя, который под ним окажет финансовую помощь. Таким образом, автоматом тот, который пригласил, уже становится участником розыгрыша, и тот, кого пригласили, то есть партнер или друг или знакомый, тоже становится участником розыгрыша, который окажет финансовую помощь за это время. Это по поводу смартфона. Розыгрыш будет проводиться 1 ноября с помощью независимого приложения Random App. Алексей Жуйков, я сейчас вас удалю и заблокирую, вы больше не сможете посещать мои трансляции. Быстренько удаляйте свою писанину, пока я вас не заблокировала навсегда. Вам 10 секунд. А теперь о бонусе наставника. Бонус от лидеров проекта – это денежное вознаграждение, которое может получить каждый партнер нашей структуры. Первого, второго, третьего уровней. Так, Алексей не понимает. Хорошо, мы его удаляем. Жмем спам. Не люблю я таких наглых и неэтичных людей. Пожаловаться на спам, занести в черный список. Это будет с каждым, кто будет спамить у меня под трансляциями. Дальше про бонус наставника. Это деньги, которые может получить каждый партнер нашей структуры. Но это касается только первого, второго, третьего уровней. То есть открываем мой сертификат и смотрим. Первый уровень – это кто будет лично подо мной. Второй уровень – это будет подо мной. И третий уровень, то есть человек будет стоять на третьем уровне. То есть я буду в сертификате у него вот на этой строчке. Второй уровень, если я буду у него в сертификате, вот на этой строчке. Только трех уровней касается. При следующих условиях. В период с 3 октября по 31 октября партнер, пригласивший в свою структуру от 5 до 9 благотворителей, которые окажут финансовую помощь, получают 2000 рублей от нас. Это все мы будем записывать на видео, все переводы. Также попросим людей, которые получат эти деньги, записать видео, что все у нас честно. И почему выгодно именно быть в нашей команде? Потому что только наша команда в проекте «Всем миром» проводит такие розыгрыши и может себе по деньгам позволить проводить такие розыгрыши. Партнер, пригласивший 10 благотворителей и больше, лично от нас 5000 рублей получит либо на карту Сбербанка, либо на Киви кошелек, или на единый кошелек, куда вам угодно. Дальше. Участник должен состоять в этой группе, сделать репост этой записи и закрепить эту запись со своей реферальной ссылкой у себя на стене и не удалять до окончания розыгрыша. То есть репост – это поделиться. Здесь вы пишете свою реферальную ссылку после того, когда вы уже окажете финансовую помощь, и ссылочка реферальная ваша будет у вас в кабинете, либо уникальная. Пишите, можете написать какой-нибудь текст и делитесь. Вот что у меня получилось. Сделала я репост вот с этой страницы. Вот что должно у вас получиться. Уже 8 человек из моей команды стали миллионерами. Я в проекте с 2013 года, и даже один из них, Сергей Воронцов, уже стал миллионером, и он глухонемой. Это о чем-то говорит, что в нашей команде люди зарабатывают. Слабые уходят, сильные остаются. Вот запись закреплена, стоит ссылочка и репост. Условия простые. Вот и все, друзья. На моей странице вы увидите ссылку мою.
мою реферальную ссылку. Кто не верит, что я стала миллионером, переходите на мой YouTube-канал. Здесь все видео, их 1900, по-моему, если я не ошибаюсь, видео за 4 года, как я стала миллионером. Открывайте видео, либо плейлисты. Я купила 3 квартиры, и для неверующих специально я снимала видео, выкладывала их на свой канал, чтобы доказать людям, кто хочет, пусть изучает, как я жила в общежитии, как я купила двухкомнатную квартиру, как я купила трехкомнатную квартиру и сделала в ней ремонт. Каждый месяц я снимаю свои доходы в проекте «Всем миром». Вот, можете посмотреть. Показываю свой смартфон, показываю вывод на карту Сбербанка. Вот как я снимаю в банкомате. Все, все, все. Мотивационные ролики. Очень много здесь роликов. Их смотреть лучше вместо телевизора и плохих новостей. Посмотрите мой канал. И кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, регистрируйтесь. Вот она моя ссылочка. И до новых встреч. Всем пока.